Роснано направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Анатолия Чубайса. Роснано по-прежнему считает, что средства пенсионной системы должны быть в том числе инвестиционным потенциалом для развития страны, заявил. Он, Чубайс, считает, что сейчас, когда первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорит о новом подходе к накопительным счетам, стоит снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить. Глава Роснано не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль. В частности, он предлагал разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать небольшую фиксированную долю средств в венчурные фонды. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.